предварительно с госпожой Олесей Попарченко до назначения сегодняшней встречи, сегодняшнего визита, мы обсудили вкратце существующие актуальные вопросы именно по этой части. На приеме каждый понедельник у вице-премьеров есть прием граждан. И честно вам скажу, в основном приходят пенсионеры, приходят инвалиды, приходят категории людей, которые не работают и находятся в сегодняшний момент на учете биржи труда, которые не знают элементарные свои права и свободы, не говоря об определенных обязательствах. И, конечно же, знаете, есть такое высказывание: незнание закона не освобождает от ответственности, но в здравосмыслящем обществе должны быть общедоступные инструменты всем слоям населения, в том числе и бесплатные как бы услуги, юридические услуги. И очень радует, что есть соответствующая инициатива по дать старт соответствующему сотрудничеству, чтобы даже те категории людей, которые не позволяют себе, да, материально оплатить квалифицированного специалиста, то есть адвоката или юрист-консультанта, имели в равной мере доступ к соответствующим и качественным консультациям.